За 15 лет творчества ансамбль «Акваречка» выпустил 19 танцевальных номеров, каждый из которых запомнился своей оригинальностью и полюбился зрителями. За 15 лет коллектив участвовал 13 раз в городском и 4 раза в областном этапах фестиваля «Весна студенческая». 12 раз принимал участие в фестивалях всероссийского и международного уровней в таких городах, как Екатеринбург, Тюмень, Оренбург, Одесса, Санкт-Петербург, Москва, Анапа. За эти годы ансамбль получил 34 награды, из них 11 первых мест и одно гран-при. Это заслуживает, конечно же, вашего признания. Номер, который принес первое в истории коллектива гран-при, впервые был поставлен в 2013 году и восстановлен к Бажовскому фестивалю и 15-летнему юбилею. Сегодня этот танец будет исполнен для вас. Русский народный хоровод «Васильки».